На агитационных площадках во дворах Экибастуза прошли праздничные концерты, посвященные Дню столицы. Участие приняли артисты центров культуры. Зрители были рады такому празднику, устроенному во дворе жилых домов. Зарядиться приятными эмоциями экибастузцы выходили целыми семьями. Поздравляю вас с Днем столицы! Мы вообще приезжаем сюда из города Нур-Султан, и каждый раз у вас такие замечательные праздники, концерты для детворы. Всем мира, здоровья, процветания! Я тоже всем желаю добра и мира. И мира. Я хочу поздравить с праздником, пожелать самое главное всем экибастузцам здоровья, чтобы экибастуз процветал, так же все города. Я также поздравляю с этим замечательным днем. Всем счастья!